Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру! И вот буквально 16 ноября 2021 года, то есть сегодня, я встретил в сети интернет информацию, что польский блогер, какой-то знаменитый Томаш вроде бы звать, фамилию не помню, не столь важно. Столь важно, что этот блогер вызвал на дебаты лукашенковского прихлебателя и халуя Озаренко. И вот я хотел бы высказать свое мнение по поводу этой ситуации. Я считаю, что этот польский блогер неправильно сделал, что вообще обратил внимание на этого человека. Он фактически признал его и сделал Озаренко на свой уровень. А я считаю, что любой блогер польский, который против этой ситуации, которая сейчас на границе, он лучше и достойнее человек, чем этот Озаренок. И идти на дебаты с этим Озаренком не стоит. Как один комментатор написал, что лучше бы он его не на дебаты призвал, а на дуэль. Это тоже верно. Я считаю, что давать какую-либо площадку информационному этому пропагандону ни в коем случае нельзя. Нельзя его пускать на какие-то площадки, которые не подвластны белорусскому режиму. Это очень негативная такая ситуация, если он появится на каком-то видеоблоге неподконтрольным Лукашенко. Этим мы признаем этого гада. Якобы он имеет какое-то свое мнение. А своего мнения он не имеет. Это человек, который на зарплате, как вот тот воробей в кормушке сидит. Разве мы с воробьем разговариваем? Я считаю, что это неправильный поступок этого польского блогера. Не поддерживаю я это решение. Живе Беларусь!